Старшеклассники сменили школьную форму на береты, футболки, военные брюки и высокие берцы. В Чувашии открылся первый фестиваль патриотических объединений «Я патриот». В лагере «Звезды» стартовали республиканские военно-спортивные игры «Зорница» и «Орленок». Строевая подготовка, кросс, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата Калашникова. Все это умеют и практикуют юнармейцы. Вот уже пятый год «Зорница» и «Орленок» разворачиваются в Цивильском районе в лагере «Звездный». Среди участников ребята, которые проявили себя уже на уровне страны. Роман Скляр, ученик первой школы имени Героя Советского Союза Силантьева Цивильского района, победитель всероссийских президентских спортивных игр. Участие в юнармейских играх – это не только возможность показать себя на спортивных дистанциях. Важнее прикоснуться к патриотическому наследию, доказать свою верность к родине. Это ребята, которые, начиная уже даже с начальной школы, начинают участвовать в различных военно-патриотических клубах, поисковых отрядах, школьных, музеях, занимаются краеведением, изучением своей истории малой родины. «Зорница» и «Орленок» – это один из этапов патриотического воспитания, куда приглашаются самые лучшие команды муниципалитетов. Спортивные, ловкие, смелые и помнящие своих героев. Каждая команда на военно-спортивные игры сделала стенд в память учеников своей школы, которые защищали родину. Самое главное, мне кажется, здесь еще вырабатывается коллективизм, если так можно сказать, умение дружить, чувствовать плечо друг друга и работать в команде. Вот эти составляющие очень важны вообще всегда в жизни. Ну, я вот как раз и желаю, чтобы вот здесь, соревнуясь, чтобы ребята были сконцентрированы именно на таких моментах, чтобы максимально каждый был нацелен на раскрытие самого себя. Лучшая команда республики представит Чувашию на всероссийском слете юнармейцев.